Книга «Открытым оком», тема «Обращение к Христу», третий том, вопрос 1001. Расскажите, как жить молодым, недавно уверовавшим христианам, если они недавно повенчались? Посоветуйте, какую книгу прочитать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Для молодых и старых путь один – Христос. И путь этот разъяснен, открыт только в Библии. Это книга, которую следует дарить молодым. С первого дня установите иерархию в семье. Муж – глава, а жена – подчиненное тело. Советую вам приобрести нашу книгу «К истинному православию». И в главе о семье все найдете. Если не будет послушания жены, настоящего, мудрого водительства мужа, у вас ничего не получится. Вы скоро наскучите друг другу, наступит переедание. Воздерживайтесь друг от друга в указанные церковью дни. Обязательно соблюдайте посты, и чтобы обязательно была совместная молитва утром и вечером. Всемерно стремитесь изничтожать обиду и ревность. Это ядовитые звери, это хищные волки. Обязательно старайтесь заниматься священным писанием. Слушайте христианские радиопередачи и вместе делайте множество поклонов, поясных и земных, не менее 100. Если услышите, что где-то изучают Слово Божие православные, то бегите туда непременно.